Привет, народ, я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И мы сегодня будем делать ролик, мы идем по окрестностям Бали. Мы выходим из Серанган-Харбор, Белабухан-Серанган, идем на Нуса-Пениду, на Ламбок, на Гили и по другим островочкам, которые находятся рядышком. Мы здесь стоим уже 2 месяца, поэтому вынимаем наши mooring lines и двигаемся. Чтобы вы понимали, насколько мы заросли. Выходим и двигаемся вперед. Куча лодок каких-то туристических вокруг шарится. Нас этим не остановить. Мы выходим. Там у Дины проблемы. Дина, что здесь происходит за ужас? У тебя тут морепродукты. Морепродукты. Класс. Пиздец. Что с этим делать? Не знаю, складывай в ведро, а там разберемся. Не, она очень крутая лодка. И она, смотри, она же под индонезийским флагом. Ничего себе, что-то поменялось в их мире. Какое красивое. Расходимся мы своим военным кораблем. Номер 561. Выглядит он, конечно, очень древненько. А вот тут мы моем наши лайны, которые заросли. Их вот так вот сзади скинули. Вряд ли это сильно поможет, я думаю. Ну, может быть, немножечко хотя бы пообдевает. Посмотрим сейчас тоже. 10 миль и всего каких-то 4 часа. Мы уже свернулись, подходим к Нуса-Пениде. И где-то вот здесь вот будет якоринг. Пока мы вообще не понимаем, что у нас и где. Ну, подойдем поближе, будем разбираться. Но есть подозрение, что это вот где-то, наверное, вот там. Так, что у нас слева? Тут у нас water turbulence. Естественно, как обычно. Ну, качки большой нет, видите, у нас даже тут вон. Ой, качка есть. Подушечки, столик. Ничего пока мы не улетело, ничего мы не потеряли. То есть даже это ни на что не влияет. Ну, сейчас это все пройдет, потому что волны идут вот отсюда. А мы когда ближе подойдем, там будет вообще ровненько. Подходим, там вот буёчек идет красненький, у нас глубина 10 метров. А? Мне больше нравится вообще. А что там, разве есть там буи какие-то? Я не вижу. Давай на этот становимся. Мы стали на буёк. Не знаю насчет чей это буй. Написано на нем Мариот. Ну и, судя по всему, Мариот, наверное, вот где-то там. И вот, кстати, вот у ребят, которые вот сейчас катамаран сюда подходят, они тоже становятся на буй, который, на котором написано Мариот. Ну, не знаю, сгонят. 7-8 метров глубиной мы везде бросим якорь, это вообще не проблема. Но вроде как здесь стоят на буях. Все непонятно. Так, народ, к нам приехали друзья, мы здесь путешествуем все вместе. Зовут Андрюша, и, кстати говоря, если вы помните, мы перегоняли катамаран, который мы забрали из Болгарии, и перегнали его в Хорватию, мы уж перегоняли, да, правильно? В Хорватию. В общем, знакомьтесь, Андрей. Собственной персоной. Меган. Синта. Hello, Синта. Hello. С какой судьбой ты к нам приехал? Вообще-то это вы ко мне приехали. Я на Бали уже год, полтора года. Ладно, хорошо, пускай будет так. Короче, мы здесь путешествуем все вместе, и у нас какое-то время мы потусим. В общем, мы сейчас едем на берег. Вау-вау-вау, кто это пришел? Это я пришел. Что это за теннисистка? Dan takdir telah memisahkan kita. Semua ini harus berakhir. Cukup sampai di sini, Tuhan. Tolong kau jaga dia untukku, walau tak bersama. Namun hati ini masih untuknya. Tuhan, berikan waktu panjang untuknya, agar aku bisa, agar aku mampu.
pumali agnie wola borba ca ściara. Sungu aku takkan mampu diriku harus tanpa dirinya. Namun takdir telah berkata lain, kau dan aku harus berpisah, cukup sampai di sini. Namun takdir telah memisahkan kita. Semua ini harus berakhir, cukup sampai di sini. Tuhan, tolong kau jaga dia untukku, walau tak bersama, namun hati ini masih untuknya. Tuhan, berikan waktu panjang untuknya, agar aku bisa, agar aku mampu melihatnya walau berbatas jarak. Так, ну всем доброго утра. Мы выходим сейчас с этого гостеприимного островочка. Тут стоят лодочки. А нам нужно повернуть будет вот туда, на старборд. И будет зависеть все от условий. Если будет там какое-то сильное течение, будем долго идти, то мы пойдем прямо сразу сюда, там 5 миль по кругу. Особенность ухождения здесь — большие течения. То есть мы сейчас вот идем, у нас было сейчас 3,9, а выходили мы было 5. Сейчас уже 3,2. Ну, в общем, здесь вот 2-3 узла, если вы идете против шерсти, это нормально. А если вам нужно побыстрее, то нужно идти по течению, тогда можно идти и 6, и 7. Ну, в общем, очень сложно еще и с точки зрения якоринга, потому что вы бросаете якорь. Вам нужно как бы так стать, чтобы вас там не крутило, ни куда-то там на течение не развернуло. И оно же меняется, прилив, отлив в разные стороны. Здесь вот хорошо видно как раз против солнца, как здесь вот вода вот так закручивается, идут большие волны, свел. И вот такие типа как водовороты, ну в общем неспокойная вода, и вот тут вот еще тоже хорошо видно. А иногда бывает, когда течения сталкиваются два, я так в сторону, так, и уехал. Вот это спереди с горой, это Нусапенида. А вот это вот Лимбанган, маленький остров, напротив которого мы стояли. Но люблю я яхтить, когда солнышко. Сейчас мы выйдем. У нас просто сейчас прямо встречный ветер. Мы потом пойдем чуть правее, и ветер нам будет хотя бы с нормальным углом. Но течение сейчас прямо дует прямо нам навстречу на скорость 1,5 узла. Ну, вот такая вот у нас реальность. Нам вообще нужно за вот этот вот угол, туда еще по прямой, там, миль 10, наверное, и это будет ломбок. Так, ну что, у нас тут где-то 20 к ветру, вон у нас парус забалтывается, мы его немножечко там подняли на первый риф, потому что ветер рваный за счет вот здесь вот этой горы. Сейчас я его чуть-чуть, может быть, разрифую, а может быть, так и пойдем, потому что непонятно, какой силы ветер будет. Если там 25, то на первом рифе идти как раз идеально. У нас скорость сейчас 4,5, с учетом того, что у нас встречное течение где-то около, наверное, 3,5 узлов. Ну, мы сейчас хорошо идем, у нас приличная скорость. Вот там вот спереди уже ломбок вдалеке. Мы сейчас идем с учетом компенсации течений. Но потом мы, ну, мы должны прийти вот туда правее. То есть просто за счет того, что нас течением оттуда сместит сюда. Здесь вообще сложная навигация, но как бы терпимо, можно жить. Ну вот спереди это ломбок уже, нам на него и нужно. У нас сейчас вот мы так идем-идем, у нас течением так снесет, и мы туда приедем. О, красота! Ты куда полез, ты?
Ну, вот мы и приехали в это великолепное место. Уже темно. Это у нас тут шипит скороварка. Мы готовим ужин. Just relax. Just relax and nothing. Free Wi-Fi. Yeah, yeah. А у нас такой вечер. Сейчас я скину. Ну что, вот как здесь у нас с утра. Солнышко встало, красота. Можно было, конечно, и ближе стать. Ой, тут местная деревня и столько этих спайдер-ботов. Мы готовы, сейчас выдвигаемся на берег, посмотрим, что же там прикольного, интересного, что в место, в котором никого нет, во всяком случае, деревня есть, а на берегу никого нет. Карета подата? Выходить без звоночка? Ага. Грациозный. Very protected. Да. Здесь выглядит, конечно, все красивенько. Пляж великолепный. Да. И грязи немного, что самое интересное. Да, он вообще чистый, кстати. Здесь мусора практически нет. Ну. Но я была вот так вот, вода как раз вот посюда ровно, смотри. Ага. Видишь? Да. А это следующая бухточка уже. Ого, здесь на отливе так прямо камни торчат. И тут какие-то фермы что-то растят. Ничего себе. Да. Я вам напоминаю, что мы вам будем рассказывать про все, что находится в Индонезии, про Бали и окрестности. И вот сейчас мы находимся на Ламбоке. Но мы находимся в тех местах, куда туристам, обычным паромам,
приехать не получается, потому что здесь нету, ну, вы можете, конечно, приехать, взять там мопед и приехать сюда, но это очень далеко. А мы в этих местах прямо приходим и показываем вам, как здесь интересно. И как здесь жарко. Не надо, ля-ля, не очень тут и жарко. Ну да, ну да. Вообще очень жарко. Мы вышли в 2 часа дня. Ну и супер. Типа слишком поздно, чтобы утром, слишком рано, чтобы вечером. Полезли на гору? Не-не, давай в 4 хотя бы. Ну серьезно, зачем там? Короче, есть у меня идея зайти вот туда, где стоит этот маяк. Гоу! Strong girl. No. Against strong current as well. It looks like we are too slow. Please speed up. You had to feed me better. Give me better grass. Better grass. Сено. Ну тут уже можешь ехать. Такие маленькие домики, хомстей стоят. Что там, телевизионные антенны. Сейчас тут отлило, поэтому такое реально low tide. Такая дорога пустынная. Туда на маяк идет. Короче, нам надо вот там, где этот маяк, на самый верх. Ну, если там получится зайти наверх, но наверх, скорее всего, нет, но к маяку, думаю, вполне. Вот, я вижу ступеньки туда наверх. И вот идет тропиночка. Ну что, лезем наверх? Go and gone! Ладно. Нас это все вполне себе заинтересовало. Лезем.
верх маяка. Тут прямо такой ветер серьезный. Все, забрались на самый верх. Вот это та штука, которая светит. Очень ярко. Сам, собственно, маяк. Это, наверное, старый маяк. Здесь раньше были, скорее всего, солнечные панели. Фух. Ага. Такое вот солнце пятно красивое. Там вот эти маленькие пятна, это наши девушки внизу. Лодка. Теперь у нас задача отсюда спуститься. Высоко, красиво, но тем не менее. Ступеньки очень резкие. Еще такие, видите, половинка под одну ногу, половинка под другую. Ну, короче, мы вот оттуда сделали это, спустились. Заборчик такой. Рядом с... Ну, дверь валяется. Теперь еще надо будет спуститься вот туда, в самый низ. Ну все. Життя і тільки ти його співавтор. Поля це куди ти сам направиш навігатор. Час чекання сплив реалі, все ось тут і зараз. Дві години в день, хто з нас тільки там зосталось. Ну что, народ, этот выпуск у нас подошел к концу. Мы вам показали первую часть нашего путешествия вокруг Бали. Напоминаю, что мы ходили на острова Лимбанган и на Ламбок. Дальше мы продолжаем наше путешествие также по острову Ламбок, пока только по маленькой части, потому что мы идем по пути к Гили Эйр, и это мы уже вам будем рассказывать в следующем выпуске. А на этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте подписываться на канал. Проверяем колокольчик, пишем комментарий. Напоминаю, что у нас есть телеграм-канал, ну, в общем, вы в курсе. До встречи уже на следующей неделе, в следующем выпуске. Пока!